Уже совсем скоро нашу страну ожидает главное молодежное событие года – Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который состоится в октябре в Сочи. А пока омские волонтеры и специалисты регионального молодежного центра решили приобщить к этому мероприятию даже самых юных омичей. Продвижение тех ценностей, которые представляет фестиваль. Мы рассказываем, показываем детям игры, которые играют дети других стран. В частности, вот дворовые игры. В арсенале различные игры: Япония, Китай, Аргентина, Бразилия, Индия, страны Европы. Можно сказать, что мы обогащаем, скажем, такой детский опыт в играх. То есть не просто дома там посидеть, а вот если можно выйти во двор, да, то есть вот такое разнообразие, во что можно поиграть с другими детьми и при этом, ну, не сильно богатым инвентарем. В рамках программы «Фестиваль в твоем городе. Игры народов мира» добровольцы научили малышей новым дворовым играм, популярным среди детей со всех уголков мира. И к тому же девчонки и мальчишки смогли узнать интересные факты об особенностях культуры разных стран. Показали всякие новые игры веселые, и мы пообщались с ними. Больше всего понравилось, как мы пинали мяч в футболе. И мне больше всего нравится из игр, потому что там было очень весело и увлекательно. Я узнала, ну, как играть по-другому в кошки-мышки. Так играть намного интереснее. Для малышей, которые еще не успели поучаствовать в фестивальной программе и познакомиться с другими культурами в игровой форме, специалисты регионального молодежного центра еще не раз проведут такие сборы. Следующая встреча состоится в парке «Зеленый остров» 4 августа в 15:00.